Всем привет! Всем привет и с Новым годом! Потому как сегодня 31 декабря 2015 года. Это видео снимаю специально по просьбе моих зрителей. Народ интересуется, как живется в Незалежной. Сейчас я расскажу, ну и покажу, конечно. Значит, это квитанция за месяц. Так, листопад, это у нас что? Это, кажется, ноябрь. Ноябрь 15-го. Квитанция за газ. Тариф 21,56. За троих приходится платить 64 гривни с копейками. Это при том, что газ украинский. За украинский газ платим, как за российский. С этим понятно. Дальше у нас удержание, имеется в виду дома. 111 с мелочью. Это холодная вода и канализация. 209 с копейками. Дальше это горячая вода 341 и отопление 637 гривен. 53 копеечки. Что сказать? Пенсионерам хреново. Но люди как-то крутятся. Сейчас мы быстренько выйдем на улицу, прошвырнемся, а заодно протестируем вот эту замечательную камеру. Ссылочка на камеру в описании под видео. Улица Красноармейская. Кинотеатр Киев. Сегодня про меня фильма нету. А жаль. Я бы сходил. Какой сегодня курс? Нормально. Это у нас бульвар Шевченко. Когда-то здесь был памятник Ленину. Это крытый рынок. Бессарабский колхозный рынок. Подземный переход. Вот такой фонтанчик интересный. Здравствуйте, Что вам предложить? А что вы можете предложить? Красную, черную икру, крабы, да. Печень, трески. Что вам надо? А баклажанная есть, нет? Баклажанная дома есть. Дома? Ну что же вы не принесли? Так хочется заморской. У вас есть, да? Поехали. Да хрена это. Две монеты, булочки маленькие. Статистика. Нет, что-то я вспомнил. Я знаю, что мы не... На 120. Должны здесь не было. А? Нет, для вас нету нужного товара. Какого вам надо? Икры хотелось. Какой? Баклажанной. Нету? В астрономии есть. В астрономии, да? А в каком? О, класс. Восточный салат. Сала с прослоечкой нету? Уж, а было? Было. Немного было. Изобилие. Колбасики. О, как старые добрые времена. Варенка.
Да, только что-то мало. Меньше. Колбаса молочная. 5,99. Это 5,99 что, килограмм? Ну хорошо. 100 грамм. О, тортики. Торт киевский 133 гривни за штуку. Вон, красавец. Десять? Сколько можно? Ой, блин, что-то сегодня совсем бедно. Приходите, Бога ради, ребят. Поддержите. Это точно. Правду пишет. Сейчас я на Крещатике, центр Киева. Это когда-то был центральный универмаг. А это центральный гастроном. Метро Крещатик. О, гуманитарочка. О, а вот и Майдан. А где же наша елочка? А елочки нет. Дедушка Мороз, а елки почему нету? Елка на Софиевской. На Софиевской? Давайте фоткать. А? Давайте фоткать. Фоткать? Да. Да ладно. Так что ладно. Я символ. Что? Деда Мороза не видели, что ли? Так видели, а фоток нету. Да. На память внукам будете показывать. Внукам. Кстати, какой красавец Дед Мороз. Спасибо. Это чучело кого было? Старый Рик. А. Старый Рик, Дидро, кстати. Я думал, это чучело Порошенко, может. Или Путина. Да. Понятно. А вода святая? Ага, спасибо. Рисуете, да? Да у меня такая физиономия, что не влезет в портрет. Я умещу. Да. Thank you.
смотри, кирчик. Курятинка, хорошо. Рыба. А можно рыбку? Или это не у вас? Вот это вот тоненькая. Я не знаю, как она называется. Одну штуку. Одну. Сайра, да. Я попробую, потом, если понравится, еще. Ой, смотрите. Ага, спасибо. Фу. Она ж запах у нее, понюхайте. Хорошо, что понюхал. Из холодной коктейль. Не, она тухлятина дает, не. Колбасики. Колбасики. О, не работает? Мне нужно посчитать кассу, подвезите. Да ладно, допустим, тогда не надо. Неправильные куры у вас. Это неправильно покупать. Несут неправильные яйца. 15.05. Так, это у нас хлебушек. Козелёк. Большой, самый большой. А? Вот это карточка. Вот это? И вот это? Это такая шпионская штука. 102.12.